Под звуки гимна страны в торжественной обстановке открыли соревнования среди связистов «Уверенный прием». На протяжении 7 лет игры проводились в Санкт-Петербурге. Сегодня исторический момент. Ульяновская земля впервые принимает элиту войск связи. Чтобы проверить их умение при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности, цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах. Мы проделали колоссальную работу. Подготовили учебный центр, подготовили учебные поля, полигоны. Соревнования будут проходить на 2 участках. Первый участок здесь, непосредственно на территории самого центра, и в солдатской Ташле. Будет проводиться вождение, будет проводиться военизированная эстафета. Целый год участники готовились к соревнованиям. Теперь 200 человек из 4 военных округов и центров связи показывают свои знания, умения и навыки. Одни из самых главных критериев – это оперативность и качество налаженной связи. Проверка связи. От связистов зависит координация самой важной силы страны. Действовать нужно четко, быстро, продуманно и слаженно. Среди бойцов и женщины. Налаживать контакт с корреспондентом, устанавливать антенны и прокладывать проводные линии связи в полях у них получается не хуже мужчин. Прапорщик Анастасия Войнова в российской армии уже 7 лет. Опыта достаточно, чтобы за нормативные 28 минут выполнить непростые конкурсные задачи. Это развертывание аппаратной и вхождение в связь с корреспондентом. Нас очень ждет большая сложная работа, физически сильная. Финальная команда прозвучит 29 мая. В этот день подведут итоги и выберут победителей. Лучшие радисты займут места в сборной вооруженных сил и представят Россию на международном этапе. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.